деле убили себе в голову эту ерунду. Группировка как жила, так и будет жить. Не история делает людей, а люди историю. Доведу тебя до города, дальше до братьев своих. Ты там сам добирайся, но дорога наша будет опасной, Пашка. Я не в теме там, потому что еще перед этим время Альянса, видимо, было. Время Альянса 2, вот это третья часть. Надеюсь, мы разберемся все-таки. Как тут и что тут? Вроде даже у меня все запустилось, даже катсценка так какая-то. Сейчас посмотрим, все проверим. А теперь я вижу черный экран. Ну, наверное, сейчас игра вылетит. Текстурки хорошие такие. Ну, время Альянса — это долгожданное. Уйди с дороги! Это не какой-то там любитель. Уйди с дороги! Ну, я имею в виду, не какой-то там такой. Ты такая живучая, модецкий, я косой. Пробный. Это. Сажу, люди ж. Уйди с дороги! Блин. Люди ждали. Ты такая живучая, или я косой? А ты что, главный герой наш? Типа, я просто не шарю. Сейчас разберемся на. Так, мы на заводе Юпитер. Я помню это место. А, тут просто касценка. Три чувачка бегут, четыре даже бегут. Один в краповом берете. Один Дегтярев, по-моему. Фиг его знает. А вот и гопник наш, который все только что плоть убил. Целится, смотрите-ка. Так, там звук нормально идет. Должно, я не знаю. Иван, здорово, парниша. Оружие опусти, не кусаемся. Ты что здесь делаешь? А вот это я у вас хотел спросить. Мужики, вы откуда взялись и чего такие взмыленные, как будто олимпийские рекорды ставили? Мы, бойцы Альянса, ушли из Припяти через путепровод. Я оценил твой спортивный юмор. Но не советую с нами разговаривать в таком же духе. Нам пришлось отступить от превосходящих сил осознания. Идем в сектор Бар. Советую тебе и всей вашей братве бросать все и уходить с Юпитера вместе с нами, пока отряды осознания из вас отбивную не сделали. Почему братвы? Ага, бег рысью от врагов теперь называется отступлением от превосходящих сил. Да, делать нам больше нечего, как бегать с вами. Какой такой Альянс? Альянс — это объединение группировок. Недавно лидерами всех группировок было подписано соглашение о временном объединении. Мы теперь будем все вместе долбить гадов по полной, до полной победы. Я ничего не слышал про это. Наше дело сторона. Мы живем отдельно и никому не подчиняемся. Воюйте с кем хотите и как хотите, а мы и так проживем. Наше дело предупредить. Если здесь вам прижмут хвост, то проходите сектор Бар или идите на радар к своим браткам. Они там закрепились. У тебя часом брата нет? Ну прямо вылитый. Ладно. Может, мне и показалось из-за усталости. Не, я один на этом свете. Сирота круглый. Не помню я за собой никаких родственников, если не считать моего отчима, Шерхана. Ну, бывай, долговец, может, еще и пересечемся на просторах зоны. Так, ну вот как-то так пока что. Так, сейчас. Когда же нас к управлению туда пустят? Порядочно. Не, я, блин, хороший мод. Я так мод на Сталкер давно ждал нормальный, и вот он вышел. Мы поиграем обязательно. Хотя у меня так много времени нет, но все-таки раз в неделю я буду играть в него. Так, Шерхан, Пашка, черт, где ты бродишь? У нас тут шухер большой, базу осаждают крутые фраера, а базарить не хотят и. Еще немного, и ты никого из нас не застанешь живой. Давай быстро к нам, зайди с черного хода, координаты скинул. Понял, спасибо. Так, сейчас я сохранюсь. Вроде бы нормально все. Все работает, ничего не вылетает. А то я такой, блин, этот самый компьютерщик еще установить могу не так. Паш, а, да, мы бандиты. Это интересно, в предыдущих сериях мы тоже за бандита играли, или это отдельные истории в каждой части?
Ну, в общем, ладно. У нас АК есть, там Desert Eagle, там, ну, пляжечка, еда, провизия, антирад, аптечка, патрончики есть, нормально все. Так, давайте посмотрим, что... Как нас, кстати, зовут Пашка? А, да, мы Пашка, все понял. Так, пробраться на базу. Статистика вот у нас обычная, как зовут Припяти. История, достижения, шипач. Нифига себе, тут читать не перечитать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас за локации вообще есть. Большая карта? Да, карта не маленькая. Офигеть, карта-то большая, блин. Так, какие локации есть? Ну, мне всегда хочется посмотреть. Есть ЧС, блин. Большой мод. Припяти, смотри-ка, Припять изменена. Это Припять из Теней Чернобыля и Зова Припяти скрестили, я так понял. Общежитие вот это, потому что старый КБО и Авангард. Блин, мне уже хочется в Припять попасть. Так, ну что, Юпитер. Потом, что у нас тут еще есть? Есть бар. Есть этот Лиманск. А, это Лиманск. Есть Лиманск, значит, тоже Лиманск, да. Рыжий лес, радар. Пониже армейские склады, бар. И... Чё, куда? Куда-то сюда же вело, не? Чё, выход из зоны, что ли? А, это темную лощину. А где? А, вот и темная лощина тут есть еще. Хорошо. Let's go. Список заданий. Пробраться на базу. Это куда? Это где у них база-то? Ладно. Так, ну что ж, сейвик и погнали. Да. Опа, я уже бутанта нашел, но и аномалию тоже. А вот, если мы не сразу на задание пойдем, мы пошаримся, шушуть. Давайте я в дом зайду ради интереса. Хотя, в принципе, смысла нету такого, как такового. Но, почему нет? Завтра, может, тоже поиграю, не знаю. Ой, ёперный балет. Да, здоровье у нас не уменьшается, напротив. Ой, да ёкарный театр. Здоровье у нас... да, оно улучшается. Так, у нас же никаких артов нет. Ладно, чё тут лазить-то просто так? Бессмысленно. Пошлите уж по заданиям. Всё-таки будем реалистичную жизнь отыгрывать. Опа! Это меня вшьют откуда-то, нифига себе. Это нормально? А это кто? И откуда? Это же надо попасть так было. Так, там забор, что ли? Офигеть. Меня изранили уж всего. Блин, сейчас убегу. Так, кто там? Собак... От собак вроде отстал. Нифига себе, это враг. Надо, кстати, сохраниться, давно не сохранялся. И попытаться его как-то сейчас фонарь выключить и его как-нибудь сейчас... Ё-моё, а. Это враги же, да, все? Стрельба тут настоящая, реальная. Это радует. Как в реальной жизни. Да ё-моё, меня уже сыпануть успели. Чё так все? Плохо-то, а? Только мод скачал. Уже убивают. Не, так а чё в него миллиард, что ли, это патронов, что ли, впустить? А было как-то по-умному обойти их и врасплох застать. Я так понял. Он там даже не помер, смотри-ка. У меня патронов не хватит таким образом. Так. Они все в одну кучу, может, пришли, или это я в одного стреляю? Убить его. Ну
Ужас какой. Может, пистолеты получится? А чё, патронов нет, что ли? А, не, нормально. Ёкарный. Чё за игра такая? У меня даже сожрать аптечку нельзя. Короче, ладно, вы убили меня. Поздравляю. Да. Ладно, я их сейчас по-умному обойду тогда. Так, ладно. Так, ну что, текаем? Посюда, наверное. Что, не видят меня? Вроде меня не видят пока что. Ладно, хорошо. Договорились. Куда мне идти? Это... Вот тут база даже. Личный ящик, смотри-ка. Надо куда-то. Ё-моё, случайно нажал, я себя демаскировал, блин. Что-то... Случайно вот нажал, хотел посмотреть, кто там. Кабаны. Они теперь знают, что я тут. Вон они. Целятся уже, ладно, обходить придется снова. Главное, в аномалию не попасть. Так, тут относительно безопасно засейвиться здесь можно. О, ворон зашел. Здорово снова. Надеюсь, ты еще не вышел. Знаешь, что можешь сказать за мод вот этот? Время Альянса 3 играл? Хоть какую-то часть, или я один непрошаренный? Ну, люди его ждали, я так понял. Про него много где слышал. Ну, мод, да, он мод большой, естественно. Тут и локаций столько. Так, как мне пробраться? Так. Наверное, как-нибудь вот через лес побежим. Опа, там зомби, да, как в оригинале. У нас детектор нет? А нет, есть какой-то. Может, артефакт найдем? Слушай, что нет? Ну-ка. Сейчас надо зомби вырубить. Но я сохранился, если что. Получится, не получится. Тут что-то какие-то они все сильные просто. А, не, нормально. Все, no problem. Блин, крысок еще надо. Настырная, а, бежит. Все, с одного патрона. Так, вот сейчас я их тогда разрежу. О, а. Тут. Так, сейчас за артефактами тогда пойдем. Почему нет? Да, нахабариться надо, а что-то я вообще какой-то бомжик, если честно. Пока что. Так, ну что ж, вспомни молодость. Давно я уже таким способом арты не добывал. Но... Все-таки опыт какой-то имеется. Сейчас, надеюсь, не слишком быстро умрем. Черт. Хотя бы один бы какой-нибудь выцепить.
О! Чё, пройдем потуда? Нет? Обратно возвращаться, что ли? Ну тут посюда пойти. То умереть не хочется. Скотинство, а? Хоть аптечку успел съесть. Ну ладно, фиг с ним. Пофиг. Без разницы вообще. Сойдет. Сойдет и так. А там игру слышно, в принципе? Ладно. А то сейчас и звук игры прибавлю, меня не слышно будет, как всегда. Чё мы там взяли-то хоть? Лунный свет, все защита хорошая, радиация. Так, ладно, давайте все-таки на задание попробуем пролезть. Так, тут решетки. А тут кто живет? Тут чё, КПК? Ой, КПК, контрольно-пропускной пункт. Ладно, нам не сюда. Это что, какой-то опасный мод, все меня уже убить хотят, уж кабан бежит. Ну, к нему делать кого-то нечего, уже друга позвал. Уже оба на меня летят. Игра немножко фризит. Ну это... Блядь. Да ёк! Да. Скотинство. Через какой люк? Ну а я сохранился тут рядом, ничего страшного. Он перезагружается или вылет? Игра вылетела. Так, чё я там нажал-то? А, да, он перезагружается. А? Нет, он вылетел. Да. Ну что ж, надеюсь, сейф не битый, я нормально сейчас перезагружусь. Ну что, ждем. Страница 39. Но ведь торговец я. Как ты мне прикажешь быть? Отдавать все и всем даром? Тогда какой смысл вообще в торговле? Пузырь. Да, к пузырю мы не пойдем торговаться тогда. Давай, грузись побыстрее уже, но что ты такой-то? А, все, нормально, загрузились. Все, ничего не сломалось, ничего не крашнулось. Ой, ой, бегу. Сейчас надо по-быстрому да нажать, я понял. Подфризила игра. Надеюсь, не вылетит. Ну, зов Припяти у меня всегда фризит. Так, тут меня убить не хотят, вот здесь сейвится.
Да как-то вот тут вот быстренько сейчас окей нажать. Что ты подлагиваешь-то? Да, да. Все. О, я на базе, нифига себе. А кто в нас стрелял-то там? Вот я так и не рассмотрел военный. Мы что, умираем? А че, подожди, в чем? А, нас радиация жрет. А че только сейчас заметил? Мы чуть не сдохли же, у меня аптечек с собой нет. Так, еще кровь у нас, да? Ну, колбаску съедим. Я не понял, у него что, кровотечение, что ли? Что с ним случилось-то? Так, а у нас деньги... Ну, у нас 2500, мы сейчас поторгуемся хотя бы. Так что не страшно, что я там аптечки все пожирав. Чё ты пейкаешь? Ой, не туда пришел. Тут, кстати, арты есть. Ну ладно, сюда потом у нас и так. Что-то там. Выброс? Серьезно? Блин, я тут первый раз. Подскажите мне, куда идти? Где база-то? Фига себе, небо красивое они сделали. Из апокалипсиса прям как будто какого. Это наши братки, срочно, да? Офигеть, аж бандиты, только сейчас вспомнил. Да, братки у нас, конечно, да. Нормальные штампы. Так куда мне идти-то? Все нормально, есть такое дело, выпить захотелось. Так, здесь я, наверное, кончу, сохранюсь. Вот такой сейф создам. Кстати, этот мод сегодня вышел, если я не ошибаюсь, 6 вечера. Нифига себе. Такие морды, слушайте, все индивидуальные. Посмотри-ка еще. У каждого своя индивидуальная внешность. Вот пузырь. Смотри. Если так вот рассмотреть, это не просто там у каждого внешность. У него у каждого шрамы свои. Смотри. Например, пузыря рассмотреть. Ну нормально, ему лицо-то так всем, проработали. Вот-вот так, с тобой, наверное, я смогу сейчас. О, ну давай так сделаем, чё нет. Так, немножко патронов куплю. Да, мне патроны всегда нужны. И куплю тогда аптечки. А, аптечек-то не у... у тебя аптечек нет. Ну все, понял, я куплю колбаски. Как на уши дают этот выброс, тоже интересно проработали. Ну и все, больше не надо ничего. Сейчас аптечку осталось найти. Еще сейвик. А ты у нас кто? Ты у нас аспирант. Тоже индивидуальная внешность такая. Щечки там. Лицо нет. Ты что происходит? О. А водку я продам. Я себе одну оставлю. О, это самое, зимний снайпер-то недавно я играл, он за 700 рублей меня подлечить хотел. О, нормально, сейчас купим антирадов так, чтоб уж. И все, слушай, а тут система нормальная, смотри, какие аптечки дешевые, потому что мы как бы друзья. Я вот так вот сделаю, у меня еще 3К осталось спокойно. Порядочно, я считаю, что нет. И выброс тут хороший, никак не настоящий прям. О, это же будет. А ты чё? А, он ремонт модификации. Починим чуть-чуть. Так, может что-нибудь на автомат нажми, он не особо на... Здоровченко. Привет. Ты за Альянс 3 что-нибудь знаешь? Я просто не прошаренный. Ну, вроде этот мод много кто ждал. Мод большой. Если я не ошибаюсь, он... вышел сегодня в 7 часов вечера. Я, наверное, первый, кто его запустил в трансляцию сейчас. Ну, может, не первый, я имел в виду. Один из первых.
Автомат мне не особо нравится, я сейчас его что-нибудь подлутаю. 600 рублей, в принципе. Отдачу ему можно понизить сейчас. Так вот уже, по дешевке его. Надежность, масса. Массу давай. А, и крепление оптики сейчас поставлю, и оптик... А, все, деньги кончились. А так вот сколько на автомат тут оптика стоит? Без оптики тут грустно. Так. Ага, вот можно подствольник купить. Вот такую. За 800 рублей можно купить, смотри, оптику. И за 3000. Я за 700, конечно. Так, а что взамен-то ему отдать? Мне сколько не хватает? Вот мне вот такие патроны так не нужны. О, 400 рублей, 50 патронов стоит. Порядочно. Я, наверное, даже вот так вот выброшу. Я что-то не люблю вот этот Eagle пистолет. Все. Так. А, все, вот это купить пойдет. И поставить. Все, есть такое дело. И, кстати, я играю всего лишь-то пару минут 15-10. Но уже нормально так разжился. Аптечки купил, как бы. Ну, при деньгах наш главный герой был уже. Так, а это главарь наш, Шерхан. Это как бы... Живой? Вот и отлично, рассказывай. Бывай. Ладно. Если это и фрейра, то очень крутые. Они нам тут быстро наши тыковки продырявят. Тыковки продырявят. Хотя постой, я догадываюсь, кто это. На заводе я встретил 4 сталкеров из различных группировок. Главный у них один борзый долговец в краповом берете. Он мне рассказал про какие-то осознания, про какой-то альянс. Предлагал нам уйти вместе с ними. Альянс? Знаю. У нас с енотом базар был на эту тему. Енот вроде и собирался привезти туда братков, но я был против. Поэтому мы и разбежались. Нет, Пашка. Ни в какой альянс мы вступать не будем. Будем жить здесь, на Юпитере. А с этими фрейерами надо попробовать договориться. Ты у нас умный, и язык у тебя хорошо подвешен. Аспират не зря учил тебя грамоте и другим наукам. Так что подойдешь договариваться, именно ты. И тебе не жалко меня? Я из-за ворота выйти не успею, как мне положено. А мы хитро сделаем. Слышал я, что наймы не подписывали договор с альянсом и теперь работают на усознание. На Янове разместился штаб, и эти фрейра вербуют там наймов для охраны периметра сектора и некоторых второстепенных объектов. Мы тебя переоденем в наймы, и ты типа пойдешь наниматься на службу. Спокойно дойдешь до Янова, найдешь там того придурка, который здесь всем заправляет, и перетерешь с ним на нашу тему. Конечно, риск есть, что тебя пристрелят, не выслушав, но попробовать стоит. Ну и где я броник на эмбуске возьму? Вот это, конечно, проблема. Попробуй с пузырем поговорить на эту тему, может, у него есть. А если нет, то можешь что дельное посоветовать. Вот тебе денег немного, сам знаешь. Пузырь даром ничего не даст. Понял тебя, батя. Да, отец, что ли, его? Ну, по крайней мере. Хоть названный, хоть родной, но отец. Так, время — деньги, а в нашем с тобой случае время — жизнь. Пошел я. Хорошо, все. Шерхан, бандит. Не, мод классный, конечно, ничего не скажешь против. Аспирант мне ничего сказать не захотел. Кстати, у каждого индивидуальная внешность. Зря тут нельзя бинокль достать, рассмотреть. Вот так вот, не просто вот лицо, а вот так проработано, в шрамы вот эти. Тоже вот так вот, интересно сделали. Здорово, торгаш, ты не знаешь, где броник найма можно достать? А может, у тебя в загашнике есть? Так, тебе совет дать, где достать можно, или ты просто купить хочешь? Советы у меня сегодня бесплатные, ну а за костюм наемника, как сам понимаешь, придется заплатить. Ну, барыга, у тебя еще и советы платные бывают. А сколько ты хочешь за сам броник? А ты как хотел? За все в этой жизни нужно платить. Но сегодня я добрый и раздаю советы бесплатно, а за броник возьму 3 косаря и деньги вперед. Ладно, давай совет, где взять. Здесь еще до нашего появления была стоянка наемников. Они, мужики, запасливые, оставили свой схрон. Ведь я точно я не знаю, но база не очень велика, и я думаю, что человеку с мозгами найти схрон не заставит труда. Да и вот еще, когда мы заняли базу, я нашел на территории записку с цифрами 6417, может, тебе и пригодится. Мерси, торгаш, за информацию. Спасибо, пойду искать. Что я предлагаю? А у тебя вот так вот я его купить смогу, да? Вот это, да? Нет? Просто, в принципе, я могу артефакты пособирать сейчас по аномалиям и накопить уж 3000. Мне это, в принципе, расплюнуть.
Просто не хочется мне всякие искать эти самые. Найти тайник наемников, да делать мне больше нечего. Где его искать-то? Они мне метку даже не дали. А, фиг я знаю, где найду. Даже в интернете-то нет мод, только вот сегодня, пару часов назад вышел. Так, тут я сохранюсь. Я предлагаю... Надо было, мне кажется, перед разговором с ним пойти бабла поднять, я не знаю. Ладно. О, это что тут нарисовался? Соловей? Во, вот такой костюм, да? Нам надо. Ладно. Что делать-то будем? Сейф какой-то надо найти, я так понял. А где его взять-то? Может, вот где-нибудь он... Ребята, напишите, где можно сейф вот поискать. Может, здесь рядом где-то? Он же сказал, в принципе, здесь наемники были. Это же, может, не обязательно Юпитер. Это может быть где-нибудь здесь вот он. Ну, я, наверное, на втором этаже сейчас посмотрю. Почему-то мне больше симпатия туда тянет. И тут артефакты можно найти, в принципе. А может и нет. А что, он болт-то не хочет достать? У него нету, что ли? Вау, что-то оружие тут не достает, видимо, тут база. Так, что-то у меня трансляция подвисла чуть-чуть. Ну, вроде нормально все, не знаю. Не хочет он доставать. Болты не хочет доставать, и что мне делать? Ну ладно, я попробую уже на глаз. А почему он у меня не седает-то? Шагом же так идти, нет? Может, я что не то поставил? Сейчас я посмотрю. Так. Я ж че ставил, в чем проблема? Применить. Все хорошо, полезли. А, ну. Ух ты как! Получилось у них хорошо. Да не бейся! Скотина. Я понятия не имею, туда, не туда. Посмотрим сейчас, ладно. Ну, мне кажется, тут он где-то лежит. Ну, где больше-то искать, я не знаю даже. Мне вообще-то кажется, что они его так ныкать-то далеко не стали. Мне кажется, вот тут он где-то и валяется сейчас. Пофиг, на F5 пытаюсь проползти. Ну, артов тут нету. Так, до суда мы нормально дошли, можно сохраниться. Вот тут, вот здесь, может, нету никаких аномалий. Так. Тут... Тут тоже на F5, наверное, можно. Тут уж то на глаз дойдем. Че, угадал? Сюда? Шо, зря пришел. Тут же нет сейвов никаких. Да ё-моё, а. Я уже думал, ну... Может, на самом деле, артефакты пособирать где-нибудь? Может, он продаст нам за 3К? Я не знаю, где тут можно найти тайник наемников. Может, он вообще на Юпитере где-то. Можно базу, в принципе, оббежать. Ну, там закрыта дверь, надо на Юпитер идти тогда уж. Чё он не бегает? Что-то настройки странно слетают. Ставлю одно, слетает другое.
Хотя нет, бег shift, а чё у меня shift не работает? Чё случилось? Чё-то сломалось, что ли? Ну-ка. Ё-моё. Вот бег. Shift. Шаг, тогда я ничего не поставлю. Не. Он у меня что бегать-то перестал, я не понял. Может это я что-то... А, у меня выносливости что ли нет? Может на самом деле у нас выносливость кончилась? Где ее смотреть-то? Если выносливость кончилась, она что-то ее восстанавливаться особо не хочет. Найти тайник наемника. Где там? Подробно-то. Пузырь говорит, что где-то на базе, возможно, есть тайник наемников. Так, на базе это значит вот здесь. Так, там мы были, там вроде бы ничего нету. На базе это значит где-то вот тут. Ладно, тогда сейчас поищем. Просто что он у меня бегать перестал? Неужто у нас выносливость каким-то образом? У меня, кстати, капелька крови какая-то вот моргает. Может мы... Может аптечку надо съесть? А, не. Все равно не помогает. Странно. Либо я что-то настройки залагали, либо у нас выносливость кончилась. Может он пить хочет? А, все, он пить хотел, лол. Все, понятно, теперь разобрался. Так, у них где-то тогда воды надо набрать будет. А, вот они тут, это самое. С кем мы воюем-то? Я... Так, а, на базе нельзя оружие достать. Ну, бинокль за оружие в сталкере считается, поэтому бинокль я не смогу достать. Так, у вас где-то пляжка с водой, это вот надо? Нет? А где воду-то набрать? А, вот здесь, наверное. Где воду-то набираю? Показываю мою воду. Мужики, воду-то что, где набирать? Странно. Так, а что тут у нас? Только вот здесь, да, больше нет ничего. А, вот сейф уже, нет? А, это личный ящик. Хорошо. Что-то я не знаю, где воды набрать. В принципе, нету. Так, здесь же мы пробежались, нет? Отправляться. Ну, я так понял, где-то вот здесь должен быть сейф тогда уж. Если не здесь, то я не знаю, все. Короче, ладно, мертвая это затея. Дорогу Припять не знаю еще. Я, наверное, нагрузить игру. Перезахоронил уже все. Я просто тогда по зоне побегаю. Я не шейте в меня. Я не знаю, потому что вообще никакие там тайники, где я что искать. Мне не надо эти всякие. Я уж сейчас, может, попробую где-нибудь артефакты насобирать, пособирать. И где у нас тут ближайшие артефакты можно найти? Аномалия антиграю, может туда заглянуть? Колючка.
Да ё-моё! Как я вас не заметил-то? А чё? Разряжен, что ли, был? Всё, у меня и мышка. У меня и мышка отказала. Что за ужас-то такой? Ну хоть прицел поставили, сейчас их хоть убить будет несложно. Это что такое? Это туман, что ли? Да удачно, лол. Откуда туман-то взялся? Так, у нас что-то настройки слетели. Так, это как стрелять там, или как называется? Вот огонь. Все, нормально. Так, куда мы бежали-то? А то туман все мне. Так, вот. Блин, не видно. Блин, не видно. Блин, дерево маленькое. Так, чё, какую диспозицию предпринять? Сваливать что-то? Что, наверное, отступать придется. Фу, мне показалось, что граната летела у нас. Короче, чё, я отступаю, наверное. Так, пока так, бежим. Так, здесь артефакты есть. Они меня, похоже, до сих пор преследуют откуда-то. Написано аномалия антиграви. А чё, артефакты-то есть? Так, ладно, какие там еще аномалии-то есть? Может, до пепелища сбегать, чё уж. Чё нет-то, погуляться, посмотреться. Все равно пока что не знаю, где тайник. Так уж просто тогда побегаем, посмотрим, что интересного есть. С радиация, да, еще жирает? Нет? То, не знаю, вроде здоровье не уменьшается, вот я думаю, антирад использовать нет. И, кстати, мы пить хотим. Может, там в КПК написано, нет? Все, что-то на базе я не понял, как воду набирать. Давайте в другой раз. Какие-то там... Все враждебные, абсолютно, причем враждебные в этом моде мне. Тут сейчас еще какие-то зомби, наверное, будут. Ой. Чуть не съела. Ты че, кто-нибудь есть? Вроде пустое все. Можно пошариться, наверное, даже. Выпрыгнет этот кровососен. А, места былой славы, как тут с дядькой Яром отстреливались. Нам куда? Так. А тут нету артефактов, я так понял. И чё я сюда шел? Просто так, что ли? Придется тайник нам искать все-таки. Но тут нету нигде. Ладно. Чё. Тайник поищем. Не нашел я. Где может тайник-то быть, я не знаю. Написано на базе, а база-то у них не на Юпитере же.
Может, все-таки на базе где-то заныкано, но я вроде обежал, так не видел. А, мы пить хотим. Хорошо. А где флягу-то наполнить, я не понимаю. Может, надо, чтобы она нулевка была, потом только, а то там еще два захода написано. Может, только потом можно воду будет использовать, фиг его знает. Давайте еще раз детально посмотрим. Пузырь говорит, что где-то на базе, возможно, есть тайник. На базе, значит, это вот здесь. Потому что вот их база. Дальше уже там... Там уже не то, вот у них база. Где-то на базе есть тайник. Вот там сейф какой-то, видимо. Потому что он мне еще пароль какой-то дал. Тайник. А где тайник вот может быть? Так, мне бы его желательно найти, а потом хоть другим. Напишу время, на котором нашел, хоть другие зайдут на видео. Уже не будет таких проблем с тайником этим, как у меня сейчас. Но где-то вот здесь, я так понял. Вот на... Меток же нету никаких. Сейчас посмотрю. Но нет. Где-то вот он на базе вот заныкан. Я не знаю, надо искать сейчас. Я что-то как-то даже... Так, ну наверху мы смотрели же все вроде детально, там не было ничего. Так, это ж не тайник. Нет тайника. Куда вы его спрятали-то? Может, его вообще на Юпитере надо искать? Ну, сказали, вроде на базе. Фиг его знает. Я даже не знаю, куда, где мне его искать. Вот здесь пытаться? Может, он где-то вообще здесь лежит? Не открывается дверь? Ну, блин, я не знаю. Я же, ну, приблизительно не знаю, где вот искать. Куда тут еще вот сходить вот можно? А тут везде был. Может, снова второй этаж проверить. Может, там где-то что-то. Уже первый раз не заметил. Под зилом же нету нигде. Зеле же нету ящиков. На зеле же нету. Фиг его знает, такие моды бывают. Как флешку надо, на базе долго было найти. Флешку, лол, как ее найдешь-то? И же запрятана так мразь была. В люк не залезть. Лопату не взять. Да. Ну, если уж на базе, то на втором, вот как ни крути, вот все-таки вот как ни крути, вот где-то здесь лежит. Сейчас поищем. Внимательней. Где-то вот тут он заныкан, 100%. Там вот нету. Может, тут здесь, нет? Так, надеюсь, нашел. Нет? Не, не тут.
Ё-моё, уродские аномалии. Тут тоже нет. А, вот он где, блин. Ну я так и думал. Я так и думал. Ладно, поехали. В аптечке закупимся, в принципе, это проблем нет с этим. Чё он нам там говорил-то? Я уже не помню. Может на Янове есть там вода, я не знаю. Где там? 64-17. Ну, в принципе, несложно его найти было. Я просто тут раз не обратил внимания. Все. И 5 аптечек даже дали. Пойдет. Встретиться с Седым. С Седой. Как всегда, чё. Ладно. Не суть. У меня аптечек много. В принципе, даже я подкупить еще могу аптечки. Хотя они у меня есть, но чтоб уж проблем не было. Так, антирад, что там? 5 антирадов. А, во, смотри-ка, что. Моя фляга не полна, не продашь водички? 200, да? Ну все хорошо, вот за 200 рублей он наливает воду. Я так вот сделаю. Как-нибудь. Плевать на деньги вообще. Так, костюм-то что мне продавать? Наверное, продам я его. Ну, все. Так, сохраниться надо. Так, ну что ж, let's go. Седой-то это ты? А нет, ты жгут. А, вот он, Седой. Чё тебе, братан? А, ты Соловей. Подожди, Седой-то где? Так кто так? А, вот он где, Седой-то. Ну все понятно. Так, а те в меня шмалять-то будут? Нет, сейчас? Они мне сейчас... Как? Где курсор сейчас навести на них, посмотреть? Как чтоб просто... Да. Блин, я игру сейчас не сломаю, что они напали-то на них. Я просто подумал, вдруг я костюм надел, меня сейчас не будет, в меня не будешь шмалять, но наивный чё. Ладно, где-то здесь люк. Так, получается, на Янов, да, бежим? Все, идем на Янов. Надеюсь, дорогу я помню. Хорошо, хоть тумана нет. Сейчас добежим, посмотрим, что там. Через КПП, наверное, побегу. Чё нет? Это кто? Это было интересно. Ничто не предвещало беды, так сказать. Так, там ящик можно открыть было, нет? Мне показалось, что ли? Ладно. Они что, нападают? Нет? Опа, это что было? Они гранату мне кинули? Так, проверил на всякий случай. А то в тот раз у меня что-то сломалось, управление. Блин, шьёт прямо меня. О,
Так а идите ко мне. Идите, идите. Я вас сейчас по старой схеме всех. Аптечки я купил специально. Я прямо не боясь сохранюсь сейчас. Ну идите, по старой схеме. По старой схеме всех вынесу. Просто как раньше. Раньше тут бандиты были, я так их выносил. Сейчас наемников вынесу. У нас даже он улучшенный вроде. Че, он идет, не идет? Да-да-да, он уже все. Сейчас отбежим. Вот минус один. Ну все, по старой схеме. Сейчас я их завалю по всех по-быстрому. Там мне показывают их 10 штук. О, вот это хорошая, мне кажется, винтовка. Я сейчас возьму себе. Тихо. Пошел. Надо дверь закрывать, когда они заходят. От винтовку я возьму его. Потому что винтовка хорошая, на самом деле. А пистолет я продам в следующий раз. Опа! Блядь. Случайно получилось. Он что, ушел, что ли? Нифига себе. Блин, случайно получилось. Не попал. Просто от волнения в очередь в сторону пустил. Так, вот там еще мразь идет. Сна в голову стрелять. Как можно ниже брать. Все, минус. Так, еще. О! Вот этот мощный был. Сейчас всех перебэхаем. Троих уже завалили. Что-то он так пить сильно хочет. У него, видимо, в горле пересохло от перенапряжения. Ну так-то да. По старой схеме все работает. Так, давай. Заходи, я буду дверь закрывать. Их там еще 7 человек. Ой, это в экзоскелете. Скотина. Так, ну патроны у меня есть. Я их специально покупал еще. Ну, еще с этих вот сейчас насобираю. Ну что, вы нападать-то будете на меня? Тут зря, жаль, нельзя дверь никак заблокировать. 6 человек еще их. Минус. Уже 5. Уже 5. О, идет, идет. Тихо, тихо, сейчас завалим. Ну что ж. Все, за дверью уже. Нападать решили. Ну все. Все, тихонько. Я так и думал, сейчас такую диспозицию он примет. Фу, хорошо, что я его хоть ранил. А что у меня оружие не перезаряжается? А, оно полное было. Лол. Я что-то и не заметил, как перезарядил, видимо. Все, хорошо, трое осталось. Надеюсь, успею перезарядиться, потому что они уже поджидают меня. Они быстро работают, они пытаются меня вынести, но все-таки мы как-то стараемся. Три человека осталось всего. Сейчас посмотрю за их действиями. В принципе, уже выходить можно, но... А, нет, нет, нет. Выходить уже хотел, они там один за другим нападают. Останавливаться не собираются даже, лол. Сейф. Сейчас придет, я слышу его. Пытается напасть. Двое еще осталось. Надо это просто чисто все сделать, чтобы трупы не пропали, не исчезли, чтобы облутал я их всех сейчас разом. Облутаю их нормально, все возьму.
качестве провизии там. Так, ну что ж, все, он нападает. Сейчас будем пытаться. Ух ты, вот это тут еще бы чуть-чуть и нас кончил бы. Ну повезло. Что, прямо в голову. Я, в принципе, на уровне головы прицел держу, так что все пули в голову летят. Последний остался. Сейчас он к нам, я надеюсь, придет. Или он текает, похоже. Судя по радару. А вот он решил нападать, я вижу. Он боится, боится. Не на... боится. Но все-таки... все-таки понимает, что надо. И идет. Последний остался. Надеюсь, все чисто пройдет. Ну. Последнего по старой схеме. Все, есть такое дело. Всех убили. Так, ну что ж, сейф. Сейчас оружие сначала соберу. Все, которые есть. Я уж думал, я перегружен написал. Там, так. Чё, с оружием-то все что ли? Все. Ну, какое есть. Так, ладно. Вот эту я хочу сохранить винтовку, мне нравится. Я тебе, естественно, развяжу, выброшу все. Кстати, тут выносливость так интересно сделана. Она вот, если воды пьешь, она нормальная. Вот выносливость от воды зависит. Так, а вот сейчас... Не, нормально, да. Оставлю. Так, вот так. О, вот это хорошо в качестве, в плане патронов. Так, гранатки дорого стоят. Я, наверное, их сейчас всех раньше не собирал, сейчас соберу, потому что продам. Я надеюсь, на Янове-то будет торговец. Ну, должен быть. Хотя лучше, конечно, вот этому. Лучше вот этому нашему продавать, потому что он просто дороже возьмет. Ну ладно, фиг с ним, с деньгами, в принципе, мне хватит денег. Я нормально и так наварюсь. Так, ну чё, еду я не беру больше. Она мне не нужна. Это что такое? Это сглушитель. Ну, глушители, я не знаю, может продать можно. Так, нормальный мод, вот даже вот можно вот трупы пошарить, так неплохо обжиться. Я надеюсь, я это все унесу, но вес вроде у меня есть. О, даже артефакт у одного есть. Интересный. Нифига себе у них патронов-то было. Я уже так патронов поднял на вот эту натовскую винтовку, ее починить осталось. Ну хотя она и так в относительно неплохом состоянии, ну вот если уж. О, у меня 63 максимум килограмма, нифига себе. Я могу эти винтовки брать и брать, но я этого делать не собираюсь, конечно. Ну просто если уж так. Могу тут вообще все забрать у них. Что только возможно. Вообще все, абсолютно все, что неплотно лежит. Кого там еще, блин, я не облутал? А тут куча такая. Плевать, короче. Так. Вот. Можно, да? Да. Все у нас хорошее. На калаш можно, да? Все. Так, что, патроны и на калаш на эту есть. Пистолеты продам, нафиг он мне нужен. Даже разжевываюсь. Все, у нас две оружия есть, уже отлично, обжились. Так, и что я хотел сделать? Все, я воды хотел. Я, наверное, даже вот с ней сейчас побегу, она лучше калаша. На калаш сколько патронов есть, столько и есть, я даже на него покупать не буду. Сохранимся. И let's go.
Да, уже тума. О, еще один. Мистер труп. Кто он хоть? А, NPC-шник. Я думал, может, с индивидуальным именем кого убили. Это у них там отряд такой был. Наверняка и главарь был. Я просто на ники так не смотрел их. Так, я надеюсь, сейчас без происшествий добежим. Я надеюсь, торговец будет, потому что много лишнего у меня с собой на продажу. Не знаю, сколько гранатомет всякие стоят, но... В принципе... А, не, я думал, только от воды выносливость зависит. Нет, он все-таки уставать может. Сейчас отдышимся. Кстати, вроде вот так насобирал много еще веса, так много у меня. Там что, пофиксен вес аптечек? А, да, смотри, аптечка, она в оригинале вроде не 0,10 весила. Не помню сколько. 0,50 вроде. Ну, по крайней мере, меньше. Больше, точнее. Опять какие-то шутки. Дайте мне нормально, да я надо дойти. Опа, химера заспавнилась. Че, убивать ее? Ну давайте в деле винтовку проверим. А, конечно, сильный противник. Но... У меня же гранаты есть, лол. Что я тут люблю-то? Сейчас я ее гранатами попробую. Ха, с одной. Ну мы себя подзорвали, конечно, но это было эпично, ладно. Я про... Кстати, гранаты я не все тогда продам их, но мутантов, в принципе, можно использовать. В принципе, они тоже убойная сила. Например, Химера, вот сильный противник, вот Зов Припяти. А я нормально. С одного выстрела. Здесь меня не забанят за авторские права. Слушайте, населенная база, 37 человек. Ладно, торгуемся в первую очередь. Ты кто? Осознание. Что-то как-то слишком громко, нет? Ладно. Послухайте хоть. И город нам свалится прямо в ладони, как сочный вызревший плод. Там слабые войска и жалкий правитель, и обвешалась стена. А злато в казне хоть лопатой гремите, век не выпить вина. Мы там по трактирам оглохнем, а сравни с устанем от грабежей. И славно утешим веселых красавиц, оставшихся без мужей. Ужас какой. Ну хотя немного не хватает, так, да, факт. Ты торговец или кто? Чего тебе денег не хватает, я не понимаю. Ты идешь, что ли? Ключ, но копья сверкнули сквозь облако пыли, как молнии. Ну, выключить нельзя. На сконе втоптали зеленые травы, нам стрелы пробили. На время. Надо было раньше так сделать. Что-то просто в уши бьет. Так, музыка... Вот мне. Сюда. Так, тебе что, парень, в маске надо? Артефакт нет хороший. Сколько он стоит-то вот так вот одиночком продавать? Ну, тебе хватит, ладно. Так, хорошо, все, мы продались. Ну, наверное, стоит смысл сейчас уже на этом закончить, потому что... Я ненадолго зашел, уже у меня ночь. Вот небольшая серия будет. Радиоактивные осадки, бежать в укрытие. Ну нормально я. Ну, о, это что, Артём зеленый? А куда Севка подевался или как его там звали? Ты никакие звуки смешные, пьяные не издаешь, как я сегодня? Нет, что-то молчит. А ты кто, Азот что ли? Нет, Филька дырявый. Такие погоняло мне с вами как-то. Не контакт ли мне с вами разговаривать? Филька дырявый. Я понимаю, это может. Ветеран там, я не знаю, тебя стреляли много раз, ты весь дырявый, ну тут и второе значение есть как бы. Я не знаю, в каком смысле ты дырявый, Ньюс. Ладно. Так, это торговец, да? Подожди, а кто мне починит оружие? Тут есть такие люди? Тут костр...
О, мне к тебе и надо было. Седой, нифига себе. У них такая вся индивидуальная внешность, смотри, все. И все в шрамах. Жалко, нельзя их подробнее разглядеть взять. Ладно. Тут, наверное, надо так вот сделать. Ты по делу? Говори. Ты здесь главный, у меня есть разговор к тебе. Если ты пришел на службу наниматься, то ошибся дверью. Наемников мы вербуем в другом кабинете. Не хватало мне еще и этим делом заниматься. Так что можешь очистить помещение. Хорошо, признаю сразу, я не наемник и никогда им не был. У меня к тебе другое дело. Про бандитов слыхал? Если ты здесь всем рулишь, значит ты именно тот, кто мне и нужен. Сейчас твои люди осаждают нашу базу, хотя наша группа не вступала в альянс, и у нас нет желания воевать с вами. Мы хотим заключить договор о ненападении. Мне все равно, кто вы и какой масти. У меня должен быть полный контроль над Юпитером. Хотите сохранить свои шкуры и заключить договор? Ну ладно. Тогда слушай внимательно, условия будут жесткими. Я зову штурмовой отряд от базы, и после никто не будет нападать на вас. Но я заставлю вам три условия. Первое. Вы заплатите нам дань в размере 100 тысяч с каждого бойца вашего отряда. Поторопись с деньгами, если по каким-либо причинам это условие не будет выполнено, пощады не ждите. Понятно выражаюсь? Второе. Вы будете получать кое-какие задания, и не ваше собачье дело, если они кажутся странными или жестокими. Может, и у наших ученых для вас дела найдутся, если будете вести себя нормально, но это после того, как деньги принесешь. Ты хорошо меня понял, хлыст? И третье, пожалуй, самое важное. На наемников, патрулирующих периметр и охраняющих некоторые объекты, мне наплевать. Но если хоть один волос упадет с головы моих людей, то разговор будет коротким. Пуля в голову тебе и всем твоим браткам. И не обольщайся тем, что удастся улизнуть из сектора. Любого из вас достану из-под земли. Уразумел? Уразумел. Проверять твои слова на деле не желаю. Слушай, я бы его с ножа сейчас чикнул. Уразумел. Проверять твои слова на деле у меня нет желания. А твои люди? Пойди тоже из бывших наймов. Наверное, лизнули где надо. И всего-то мундирчик смидили. Ну что, угадал? И твоего ума дело, сопляк. Еще один такой вопрос, и ты не выйдешь отсюда. Я все сказал, можешь убираться. Если это все, то я пошел, короче. Стоп, что значит посоветоваться? То есть ты пришел сюда вести переговоры, а сам даже не уполномочен принять решение? Понятно. Мне теперь понятно, что я просто теряю время. Значит так, пусть бугорок вашего воровского быдла сам лично придет сюда. Я буду иметь дело только с ним. Пусть идет сюда смело, никто его не тронет. Хорошо, передам. Какая мразь, если честно. Тут почему нож нельзя достать? А нет, можно. А чё, так можно было сделать? Откуда? Ладно. Я сохранился же, да? Так, надеюсь, игра не вылетела. Тоже уж сейчас закончу. Ну да, мод интересный, естественно, его пройду. Не знаю. Естественно, не быстро у меня. Всего лишь-то раз в неделю могу играть. Так, чё с тобой-то я поговорил, да? Всё. Хорошо. Чё сделать-то мне надо? На следующем стриме переговорим с Шерханом. Ну и дальше посмотрим, что нам надо будет делать. А на этом, в принципе, все. Я сейчас буквально минут 5 погуляюсь, посмотрю, если тут тот, кто мне починит не здоровье, а оружие. Ну, скорее всего, это надо к нам на базу идти. Ладно. Просто хорошая винтовка, почини бы ее. А ты кто такой? Твое сознание, что-то нифига. Ну, я вот не шарю в этом. Вот эти альянсы, вот это... Я вот не шарю, я не играл в моды. На Сталкер, вот время альянса, это уж третья часть. Но я не шарю все равно. Так, ну я везде вроде был тут. Только вот сюда можно. Зверобой, нет? Сознание.
Ладно, есть, наверное, смысл вот на этом здесь закончить. Я сохранюсь на всякий случай, буквально так. Такая вот небольшая... Небольшой вводный стрим, так сказать. Включился ночью. Так вот, чтоб все-таки мод только что вышел, посмотреть хоть на него. Да, мод интересный, мы обязательно в него поиграем. Может быть, даже завтра зайду ненадолго. А на этом я заканчиваю. Спасибо, кто был со мной сегодня. Всем пока. Так, ну все.